Сбил на путях грузовик. Железнодорожная авария произошла утром у села Ревака. Поезд Бендеры-Кишинев врезался в фуру. В результате столкновения никто не пострадал. Пассажиры отделались испугом. Из-за происшествия пассажирский поезд Кишинев-Одесса задержали на 40 минут. Причинен материальный ущерб, но главное, никто не пострадал. 47-летний водитель грузовика говорит, что не заметил приближающийся поезд. Полиция начала расследование. Виновнику аварии начислили 6 штрафных пунктов и выписали штраф на 1500 леев.